В ближайшие 15 минут мы поделимся с вами способами бюджетно отметить Международный женский день. А также изучим ассортимент полезных и практичных подарков хозяйкам. Расскажем о традиционном американском блюде для завтрака, которое подойдет тем, кому надоели мюсли, каши и омлеты. И заглянем внутрь диванов от приморских производителей. Выбирая подарок своей любимой на 8 марта, мужчины нередко начинают задумываться над тем, как сэкономить. Причем не только на подарки, но и на самом праздновании. Идея неплохая, главное не перейти разумных пределов, чтобы не обидеть свою возлюбленную. Начнем с того, что вашему подарку совсем не обязательно быть очень нужным, полезным или дорогим. Важно то внимание и та любовь, которую вы в него вложите. Многие девушки придерживаются такой точки зрения. В подарок я бы хотела получить, наверное, благодарность. Потому что обычно, когда любишь, отдаешь очень много. Но это приятно отдавать, потому что это и есть любовь. Цветы, любовь и счастье. Спасибо. Цветы, наверное. Я думаю, цветы – это банально, наверное, будет. Но все-таки каждой девушке приятно. Чтобы от души был подарок. В общем, отбрасываем в сторону мысли о дорогих украшениях и парфюме. Тем более немаловажную роль здесь играют вкусы девушки. Многим очень трудно угодить. К сожалению, сегодня стали банальными и плюшевые медведи. Да и к тому же они занимают в комнате много места, собирают на себя пыль и стоят недешево. Вспомним школьный постулат. Лучший подарок тот, что сделан своими руками. Оригинальный вариант – портрет девушки, нарисованный лично вами. Для этого нам понадобится белый лист бумаги, простой карандаш и немного терпения. Даже если ваше творчество не блещет красотой, не беда. Главное – это душа. После портрет ставим в рамку. Я, как и многие другие мужчины, не умею делать обертку для подарка, поэтому обращусь за этой услугой. Кстати говоря, если подарок небольшой, для его упаковки стоит обратиться в ближайший цветочный магазин. Отправившись в цветочный магазин и захватив с собой рисунок, я подумал, что можно потратиться и на цветы. Однако пышные авторские букеты и море тюльпанов в этом случае совсем ни к чему. Отличное дополнение к творческому сюрпризу, который флористы упаковали в обертку, это роза. Одиночный цветок не стоит оборачивать в подарочную упаковку или завязывать на нем ленточки. Сегодня в моде минимализм. Итак, пока мы потратили всего 400 рублей. Теперь можно смело отправляться на свидание. Самый распространенный вариант – поход в кино. Но, к сожалению, это недешево, да и большинство девушек предпочитают внимание и живое общение. Поэтому сначала лучше прогуляться на свежем воздухе. Ясная погода и теплое весеннее солнце создадут неповторимую атмосферу романтики для совместного времяпровождения. А вот уже после этого можно зайти в кафе, где вы в непринужденной обстановке за чашкой зеленого чая и преподнесете свой подарок. Главное, побольше улыбайтесь и сыпьте комплиментами. Ведь отличное настроение бесценно. Так и вы, и ваша девушка получите эмоциональную отдачу, затратив при этом на весь праздник всего 500 рублей. Зима на исходе, и хочется перемен, ярких красок и праздника. Кстати, первый весенний уже не за горами. И пока женщины ищут что-то новенькое для дома, мужчины озабочены поиском подарка для любимых. Легко решить эти вопросы поможет Домовит. Для приготовления и подачи праздничного ужина подойдут мраморные сервировочные доски с кожаными ручками. Деревянные акценты в сочетании с мраморным рисунком придают им уникальный внешний вид. Великолепно впишется в современный интерьер столик для сервировки праздничного ужина. Он легко раскладывается и складывается, поэтому будет уместен даже в небольших квартирах.
Удачным решением для хранения кухонной утвари, банных принадлежностей, канцелярии, перчаток и шарфов послужит компактная полка на колесиках, для которой найдется место даже в небольшом пространстве. Не все предметы в доме должны нести функциональную нагрузку. Например, многие современные вазы настолько хороши, что цветы кажутся для них чем-то лишним. Не пренебрегайте возможностями расставить акценты в интерьере. Экспериментируйте, ведь сейчас лучшее время для обновления. С приходом весны женщинам часто хочется изменить свой имидж. В поисках нового образа мы больше времени проводим у зеркал. Неповторимый образ поможет создать гримерное зеркало. Его подсветка уберет тень от лица. Вы сможете равномерно нанести макияж и красиво уложить волосы. Замечательным подарком для любой женщины станут шкатулки для хранения ювелирных украшений, бижутерии и часов. Они выполнены из кожи, дерева со вставками гобелена и стекла. В зависимости от объема шкатулки вы можете легко систематизировать все ваши украшения, чтобы быстро найти подходящее вашему образу перед выходом из дома. Красивая упаковка, как оправа для драгоценного камня. И здесь быстро можно найти свой вариант. Пакеты и коробки разных размеров, форм и цветов. Все для того, чтобы подарить не просто вещь, а удовольствие. Полезный питательный завтрак – залог успешного дня, не устают повторять диетологи. Мы решили узнать у горожан, а что они едят по утрам. Овсянку или омлет? А вы? Кашу. Молочную кашу. Овсянку, да. Омлет. Сыр. Ну, колбаску какую-нибудь вкусную. Я и сын, мы предпочитаем кашу овсяную всегда кушать на завтрак. Мужу и дочкам готовим омлет, различные омлеты. Вот. Ну, мне всегда на завтрак кофе. Кофе – это must-have каждое утро. Я вообще-то не завтракаю. Я-то обедаю во время завтрака. Если скажу, будете смеяться. Я ем на завтрак то, что осталось с вечера. И мясо, и рыбу, и кашу, и картошку, все что угодно. Это я так завтракаю. Овсяная каша. Обычно каша овсяная, либо яичница, либо омлет. Вообще не завтрак. А если завтраком, что больше? Ну, яичницу с этим, с беконом. Бутерброд с икрой предпочитаю. Кофе, все. Так как у меня маленькая дочка, это овсяная каша, либо это омлет. Ну, что-то из этого. Может быть, сырники вкусные, самостоятельно приготовленные или купленные, не знаю. Традиционное блюдо на завтрак – овсяная каша. Считается полезной и питательной. Однако любят ее далеко не все. Предлагаем попробовать завтрак американцев – гранолу. Она нравится очень многим. Хотя это не что иное, как овсяная крупа долгой варки, запеченная с медом или фруктовым пюре. Готовится просто. Главные составляющие лучше брать в приблизительно одинаковом количестве, корректируя состав по личному усмотрению. Фрукты, ягоды, цукаты, сухофрукты, орехи, семечки – все, что есть под рукой. В классическом рецепте гранола используют мед и масло, также вода. А мы используем яблочное пюре, масло и сок апельсина. Для начала мы орехи промыли, обжарили, и сейчас мы их измельчаем. Измельчаем и сухофрукты. У нас курага, финики и клюква. Их желательно заранее замочить в воде. Сейчас мы смешиваем овсяную крупу, яблочное пюре, сухофрукты, орехи измельченные и семена. Добавляем апельсиновый сок, масло, цедру и немного корицы и хорошенько перемешиваем. При желании можно использовать ваниль, мускатный орех и другие специи. Теперь разогреваем духовку до 100-150 градусов и отправляем противень на 40-45 минут.
Чтобы гранола не подгорела и была рассыпчатой, смесь необходимо периодически помешивать. При запекании этот снэк приобретает характерный хруст. За это его очень любят дети. Теперь мы можем экспериментировать и добавить йогурт, творог, смешать и добавить фруктовое пюре. Натуральная питательная гранола хороша и для перекусов. Она легкая, и ее можно брать с собой. Хранится около 2 недель. Перед хранением ее лучше полностью остудить, чтобы не потерять вкусный хруст. Хороший диван не только стильный, но и функциональный предмет интерьера. Не следует забывать, что на него приходится серьезная нагрузка. А значит, выбирать нужно внимательно. Ориентироваться лучше на производителей с именем. Например, мебельная фабрика «Анюта» 30 лет создает надежную мебель. Богатый опыт позволяет ориентироваться в предпочтениях людей, совершенствовать технологии и удерживать доступные цены. При производстве используются сырье и материалы проверенного качества от ведущих российских и зарубежных производителей. Особое внимание уделяется экологичности материалов. Поэтому вместо ДСП для всех перекрытий и несущих конструкций используется березовая фанера и высушенный брус хвойных пород. Долгий срок службы обеспечивается качеством всех составных частей – обивки, каркаса, наполнителя и механизма трансформации. Используются независимые и зависимые пружинные блоки. Но лучше всего себя зарекомендовал пенополиуретан марки HR с неоднородной структурой ячеек. Малые вступают в работу при небольших нагрузках, а при их возрастании работают крупные. Благодаря этому хорошо держится форма и сохраняется воздухопроницаемость. Таким образом достигается высокая эластичность и более долгий срок службы. Этот материал не выделяет пыль и не подвержен плесени. Между пенополиуретаном и обивкой находится терморегулирующий слой из силиконизированного синтепона. Эта объемная воздушная подушка позволяет обивке дышать и придает пышность. Благодаря этому ткань хорошо восстанавливается даже в местах повышенной нагрузки. Разнообразие обивочного материала обеспечивают поставщики из Америки, Канады, Израиля, Турции и Китая. Основной акцент технологи делают на надежность и качество. Поэтому используются механизмы одной из крупнейших компаний «Комкор», разработанные с учетом специфических требований российских клиентов и отражающие последние тенденции в мире мебели. Это обеспечивает долголетнюю эксплуатацию дивана, удобство и легкость в использовании. «Дельфин», «Двойной свиток», «Шагающая еврокнижка», «Финка Люкс» – такое разнообразие механизмов позволяет найти наиболее удобный. Также немаловажно, что все выкатные части мебели оснащены обрезиненными роликами, обеспечивающими сохранность полового покрытия. Каждой модели дивана можно подобрать кресло, кресло-кровать, пуф, а также различные аксессуары. А при изготовлении на заказ измените размеры понравившейся мебели по своему желанию. Наши партнеры. Мебельная фабрика «Анюта». Телефон 263 12 19. С 1 по 10 марта «Домовит» за каждые 2000 рублей покупки дарит 500 бонусов.